Представляю, если бы работаете инструктором во Вьетнаме. Так, едем, давай, переключай скорость. Молодец. Так, смотри, сколько мопедистов много. Аккуратненько. Соблюдай дистанцию. Молодец, переключай скорость. Этот за рулем вообще там едет, смс-ки пишет. О чем тут говорить-то можно? Ага, так, смотри, пешеходов пропускаем. Ну, хотя я ошибся, мы здесь их не пропускаем. Пусть пробегают. Ага. Эти бонзайщики едут как хотят. О, смотри. Все, 5 баллов. Экзамен не сдам. Ой, ой, сколько их много. Не, я бы здесь не работал бы, наверное, инструктором. Это капец. Вот. Все, давай, переключай скорость. Молодец.